сожалению, не могу вас поздравить с победой, но два гола все-таки вы забили. Что помогло вам забить сразу на первых минутах? Ну, мы как-то агрессивно начали прессинговать их игрока с мячом. Ну, вышли один в один, наш нападающий забил. Я думаю, просто повезло, игра-то еще толком не началась. А дальше мы не смогли как-то войти в ритм. Ну, в общем, 10-2. И почему так удалось, почему так получилось много пропустить? Мы, в принципе, не особо часто играем в Миньку. Ну, я не знаю, команда более подготовлена, они, наверное, чаще собираются, подбор игроков получше. А мы так, посмотреть, проверить свои силы приехали. Ну, успели ли сыграться с командой? Ну, мы играем не первый год, просто мы редко играем в мини-футбол именно. У нас нет каких-то тактических наработок, мы не умеем правильно по полю двигаться, у нас нет схемы игры и все такое. Хочешь играть в большой футбол? Ну, как, в регулярке больше. И чего не хватает вам в атаках, почему не удается завершить их? Завершать-то нечего особо было. Ну, мы не можем выйти вперед, нас хорошо прессингуют, парни, видимо, действительно хорошо играют, часто практикуются, а мы нет.